Число инфицированных смертельно опасным коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома МЕРС в Республике Корея выросло за минувшие сутки на 5 человек и достигло 35. От этого заболевания уже скончались 3 человека. Более 1500 человек в той или иной форме контактировавших с носителями вируса помещены в карантин. По данным Корейской туристической организации, из-за угрозы заражения отменили свои поездки в Южную Корею более 7000 туристов, преимущественно из Китая и других азиатских стран. Количество бронирования отелей упало на 80% по сравнению со средним показателем пика летнего туристического сезона. Власти принимают меры по недопущению распространения смертоносного вируса. Официально объявлено, что по всей стране закрыты более 700 детских учреждений, детских садов и школ.